Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале «Цветочные джунгли от блондинки», и сегодня я хочу рассказать, что же делать, когда отцветают тюльпаны. Но прежде всего я хочу рассказать, что делать ни в коем случае нельзя. Тюльпаны сейчас нельзя выкашивать, нельзя срезать, потому что после того, когда тюльпан отцветает, только-только начинает расти луковица. Сейчас пока что все силы были отданы цветению, и растение наращивало цветок, а сейчас оно займется наращиванием луковицы. Поэтому луковица сейчас минимальная. Пересаживать тюльпаны еще рано. Срезать листья ни в коем случае нельзя. А вот что нужно сделать, это вот такой вот жест. Раз, вот так. И оторвать вот этот вот вот эту часть тюльпана, оторвать голову. Это можно делать в последний день цветения, это можно делать, когда они отцветут. Раньше это делать не стоит. Есть очень поздно цветущие тюльпаны, вот эти вот черные. Это еще не время им вот так отрывать голову. Пусть еще подцветут, пусть еще пока что украсят сад. Ну, а вот такой тюльпанчик можно и сорвать. Я вот так продолжу отрывать головы у тюльпанов. И не только головы, там, где уже они осыпались, вот эти штучки. Ну, их желательно отрывать немножечко раньше. И вот стараться ни в коем случае, видите, как я аккуратно, не попадать вот на вот этот сок. Потому что, мало ли, может быть, какой-то тюльпан попадется пестрый, чтобы просто это было уже отработано, вот это движение. Ну, а такой прекрасный бахромчатый тюльпанчик еще, конечно,